экскурсию Новый Иерусалим. Ура! Ура, ура! В платочках. А у кого-нибудь, а кто забыл платочки, тот идет или в шапке. Если он не надел шапку и не взял платочек, забыл, тоже то что? То ж не идет. Тот будет надевать просто крышу. А какой у тебя красивый колосок? Да? Да. Молодец. Пойдем. На верхний пойдем? Ну потом уже, наверное, на выходе там на стену прям находишь. По стенам. Мама! Я вижу там двери. Кованые. Только рубика разные. Везде 18 лет. Да. Да, о том, что там написано. Мама, там зубы я нашла. Да. Пускай. Тысяча семьсот девяносто девятый год. Такое чувство, что он сгорел. Ну, возможно, и горело, конечно. Мама, а вон кто? 1774 год. Все холокобылины. Красиво. Марийка, холокобылина. В 1773 году, в 1862 году. Очищение. А Кира уже поела.
Святой источник вниз. Ну как тебе пирожок, нравится? Супер. А котлета? Тоже супер. Ты не голодный ребенок? Сколько начиночки внутри, да? И там он едет в Иерусалим, чтобы найти и вести свой секрет Господа. По крови своего сына царя Константина. Вы сейчас видите изображение воскресшего Иисуса Христа? Огненные такие, эти лучи золотистые выражаются. Так, пойдемте дальше. Идите, это нам не надо.
Это керамика, да? Перековка. Это, наверное, образцы как раз, из которых лепили уже. Но я имею в виду, что это лепнина, это не ковка. Ну да. Угу. Пачка ткнешь, она Света останется. Типа глины что-то такое. На проповедь Никитой Русской. Дошел до берегов Днепра, и на берегу Днепра стоит и предсказывает, что здесь будет построен, и много будет. Ручку давай. Пойдем второй предел посмотрим. Видишь, тут чаша нарисована. Иди сюда, Кира. И серый. Колокольня.
Кира! А, да, там еще сказали, что этот самый, крыша у него такая, сверху, с газончиком, да? Мы идем посреди беговой улицы. Да, как вам впечатление? Супер. Вам понравилось? Отлично. Отлично? Тебе сильно понравилось? Устала? Да. Это хорошо, выспишься. Да. Да. Вот так вот и погуляли. Красота. Вон она вареничная, я ее уже вижу. Сейчас поедим вареников. Сейчас попьем кофейку. Сейчас поедим. А?